ближайших 5 минут. Итак, начинаем с горных лыж. Сегодня Марсель Хишер выиграл наконец-то впервые в своей пока еще недолгой карьере. Марсель Хишер — это австрийский горнолыжник, 20 лет ему от роду. Он был первым во время исполнения второй попытки. Вот мы сейчас видим, как он ее проходит. Напомню, соревнование в Валь-д'Изере в гигантском слаломе. Мало кто ожидал от Марселя Хиршера такой прийти. И тем не менее, посмотрите, вот в той самой секунде он вышел на первое место сразу на 77 сотых секунды, перекрыв бывший дотоле лучшим результат. Главный его конкурент, итальянец Массимилиано Блардоне, в скорости вышел на старт. Вот его вторая попытка. Пока ведут его по времени Бенджамина Райха. И он выходит, соответственно, на первое место. Но это еще до прохождения дистанции Марселем Хиршером. Ну и вот, наконец, Бенджамин Райх. Он в итоге стал бронзовым призером, проехав эту дистанцию за 1 минуту 7,32 секунды. Это в первой попытке, 1:10.28 время второй. И в итоге отстал он от Хиршера, победителя...